Привет, я Эммануэль Божер. И вот что. Игра – это всего лишь игра. А на дорогах будьте осторожны, соблюдайте правила и всегда пристегивайтесь. Итак, всем привет, уважаемые подписчики и гости моего канала. Вы смотрите канал Игн Спенглер Classic Games, и я продолжаю прохождение Need for Speed Carbon Collector's Edition в HD формате. Посмотрим звук. Пойдет. Продолжаем карьеру. В первой серии мы с вами познакомились с игрой, купили Chevrolet Camaro Supersport как временный автомобиль, дабы потом пересесть на другой, на котором я еще ни разу не ездил. У нас в команде первый помощник Невил, и мы начали завоевание территории Энджи с 21 улицы. Так, переходим вот сюда, в режим истребитель. На карточках указаны задания, которые необходимо выполнить, чтобы получить доступ к новым возможностям. Подробная информация о карточках в главном меню. Но мы этим заниматься не будем. Специально не будем. Я готов, серьезно, я готов! Я тоже. Ой, старт не тут. Это наш помощник Невил, наш Крайслер 307. Вот блокировщики. Как я уже говорил в первой серии, у членов соперничающих команд тоже есть блокировщики. Слева заходит, слева! Блокируй. Я его немного притормажу. Молодец! Блин, я же засмотрелся. Я его вижу. Он застрял. Эй, парнишка, сзади. Только 51 километров в час камеру пролетели. Осторожно, сзади! Я за черно-белым! Не могу понять, это его задержит! Хорошо. Да, придется, походу, сделать рестарт. Ладно. Получена карточка, утешительный приз. Ничего, рестарт. Сейчас на Эвил все будет. Посмотри на это ведро. Мы все там выиграли. Во-первых, нужно сделать быстрый старт. Хороший старт, то есть. Во-вторых, звучит моя любимая кинематографичная музыка. В-третьих, не отвлекаемся, не ошибаемся. Это было клево! Угу. Они меня блокировали, клево. Вот так, вот так, вот так, вот так! Справа, да справа же! Я их засек! Я его зажал. Молодец. Не тормози, они еще там. Ты второй, добавь скорости. Действительно второй, а ты первый. Да, я задержу копов. Почти! Давай, давай, догони! Молодец! Сзади, сзади заходит!
Так, я пока на первом месте по скорости. Он приближается! Ах ты! Гребаный трафик, а. Все испортил мне. Ну ладно, мы все равно на первом месте. Победа! Это мой любимый комментарий Невилла. Так, 5200 долларов, подвеска, класс 1, улучшенный комплект. Продолжаем. Так, команда TFK обратно отвоевала свою территорию. Невилл, знакомься, это Энджи. Энджи, это Невилл. А я Райан Купер, собственной персоной. Гроза дорог. Не выпендривайся. Еще раз увижу тебя на моей территории, сотру в порошок. И вам хорошего дня. Угу. Так, далее продолжаем захватывать квартал. Кольцо. Невилл, зову. Ты мне нужен. Блокируй! Я завершу этого копа! Ну, молодец! Молодец! Эй, сзади хвост! Уже близко! Классно сработал, Невилл! Ты второй! Добавь скорости! Это ты второй! Я первый! Так, мы хорошо оторвались. Дальше таки классная игра выглядит. Не пускай его! Только не пускай его! В HD. И без синего блюра этого. Смотри, как я подрежу этого копа! А, это трафик, не надо отставить. Я думал, это соперник приближается. Ты второй! Добавь скорости! Это ты второй-то, ёпарасоте, а не я. Вот эти отсылки к Need for Speed Underground. Держись, я сейчас! Хорошо, идем. Я думаю, Нейл, в этом заезде твои услуги больше не понадобятся. Ау! Нет! Держись, парень! Ничего бывает. Не жди меня, вырывайся вперед! Давай сюрприз, Нейл, приготовим. Такой вот. Такой можно. Череп, это приятно играть. Всем, кто на связи. Копы. Новый вызов. Код 6 ехал на восток. Хочу кто погонять. Находится в районе, ответьте.
Прошу сообщить подробности. Объект. Минуточку, у нас трудности с переводом. Синий Chevrolet Camaro Суперспорт. Вызов принял, проверяю, ждите. Ой. Ты второй, добавь скорости! Най, у тебя заело что ли? Не второй я, это ты второй. Ладно, копы так и не приехали, бог с ними. Здесь, в отличие от Most Wanted, копы на втором плане. Как легко оказалось! Всего лишь получена карточка «Доброе имя». Доступ на гнетатель класс 1 улучшенный комплект. Так, второй квартал мой. Двигатель класс 1 улучшенный комплект за то, что завоевали квартал. Бушидо Кенджи отвоевали обратно свою территорию. Дарио спросил меня узнать, как у тебя дела. Невил, может, угостишь даму напитком? Ну, да. А каким? Может, какой-нибудь газировки? На твой выбор, ладно? Окей. Ну, кое-чего ты уже добился. По крайней мере, шороху навёл. Но меня не проведёшь. Одно мне непонятно. Почему ты до сих пор не уехал? Знакомьтесь, это Сэл Мастелли. Привет. Ники говорила, ты ищешь напарника. Слушай, ты меня совсем не знаешь, но я знаю о тебе всё. Я твой фанат. Был на всех твоих гонках. И на этой ноте я вас покину. Слушай, с тех пор, как ты уехал, здесь много изменилось. Знаешь, теперь тут полно этих, ну, крутых. Одни понты. Я знаю здесь все подворотни, с детства знаю. У меня руки растут откуда надо. Я могу починить и настроить все, что угодно, так что... Пожалуйста, ваша газировка и вода. Куда она ушла? Надеюсь, я к нему привыкну. Что? Ничего, что ты неплохой парень. Ты получил доступ к найму еще одного гонщика. Ты можешь нанять его, зайдя на панель управления командой. Итак, наш старый фанат, как он сам сказал, Сэл, хочет к нам присоединиться. Смотрите, если Невил блокировщик, то Сэл наблюдатель. То есть он будет показывать объезды и короткие пути, или, по-простому говоря, срезки. При этом он будет всегда стараться держаться впереди, ехать первым. По сути, имея при себе такого напарника, шансы победить гораздо увеличиваются. Ладно, давайте его наймем. Смотрите, у него особенности. После победы опасность столкновения с полицией будет уменьшаться. А умение доступ к кузовам, капотам и воздухозаборникам автоскульпт. Автоскульпт — это как раз было новшество Need for Speed Carbon, которое позже стали применять в последующих частях серии. Нанимаем. Ты уверен, что Сэл приведет тебя к победе? Да. Давайте его активируем, посмотрим, как он работает. Так, я не помню... Поедет ли он здесь со мной? Это у нас спринт. Доступ краска металлик. Да, сейчас мы увидим его в действии. Но у него, по-моему, хуже рация, чем у Невилла. Да, вот
У него тоже Chevrolet Camaro, суперспорт, но он, смотрите, как быстро вырывается вперед, будто у него машина на метаноле. При этом у него Camaro тоже стоковый, по характеристикам. Вот он показывает срезку, и она, видите, отмечается на карте пунктиром. В этом случае, если гонка из двух и более кругов, ну, обычно два круга в этой игре. Чтобы запомнить эту срезку. Он так болеет за меня, потому что он мой фанат. Ой-ой-ой! Осторожней надо, ты что? Победа за тобой! Я знаю, спасибо. Давай, победа за нами! Да, вот и финиш. Супер. Ты получил доступ. Краска Металлик. Давай передохни. Гонка короткая, в принципе, была. Ну, ты так ударился там смачно. Я же тебя посочувствовал. Береги себя. Давайте вернемся в убежище. Поставим улучшение на машины напарников. В частности, новый двигатель открылся, улучшенный комплект. Подвеска. И нагнетатель. Ну и раз уж открылась краска Металлик, давайте порадуем ребят. Смотрите, вот так вот просто не меняем цвет, сделаем... Оп! Металлик. И Сэлла тоже. Так, Сэл, твою машину я немножко изменю. Помимо внутрянки, конечно. Так, двигатель. Трансмиссия. Подвеска. Закись азота. Шины. Нагнетатель. Так, что еще? Запчасти. Пусть кузов обтекаемый. Капот давайте сделаем серийный. Спойлер добавим. Спойлер, считаю, нужно строгий сделать. Машина серьезная. Вот такой. И серийные диски. Что еще? Так, металлик тоже ему дадим. Уберем тонировку. Я люблю, когда видно салон внутри. Все, теперь он готов. Так, далее. Идем вот сюда. В гонку типа истребитель. То есть, когда проносимся с максимальной возможной скоростью мимо радаров. Ты можешь сам создавать детали фасады. Проносимся мимо радаров с максимальной возможной скоростью. В конце скорость суммируется, и у кого больше, тот победил. Давай, Сэл, погнали. Тихо, что ты творишь-то? Блин! Идиота кусок. Ага, то, что я вмазался, это по-нашему? Или то, что я его впендюрю?
Всем, кто на связи. Сообщение, код 6. Ехал на восток. Кто может проверить этот вызов, ответьте. Диспетчер, сообщите подробности. Нарушитель на синем Камаро. Правильно. Вызов принял. Сообщите номер дела, выслай информацию. Возможно, она связана с этим случаем. Давай, делай радар. Не жди меня, ой-ой. Хорошо, подожди немного. На связку лучше слева не заезжаем, чтобы скорость не потерять. Там много объектов, всякого мусора. Так. Сэл, да ты что? Ну что бывает? Он сказал прости. Аллея, поворачивай налево. Давай. Где-то здесь. Отсюда как раз из этой аллеи лучше скорость набрать перед радаром, чем после этого резкого поворота. Все, мы на первом месте, хорошо. Сейчас все будет. Победа. Какой позор! 7700 долларов и доступ к закиси азота и шины класс 1 спортивный комплект. Карточка убежища, награды заработает 50 тысяч на карьерных гонках. Так, далее переходим, точнее продолжаем захватывать вот этот квартал. Давайте подрифтим. Хочешь быть хорошим дрифтером? Научись проходить повороты в заносе на большой скорости. Один занос должен переходить в другой без ущерба для скорости. Чем ближе ты окажешься к ограждению, тем больше баллов тебе дадут. Но если ты зацепишь ограждение, счетчик обнуляется. Так, этот дрифт посложнее, чем на закрытой трассе. Это дрифт в каньоне. И, кстати, наше первое посещение каньона. Ну, не считая того эпизод, где мы удирали от кросса и разбили BMW M3 GTR. Так, ладно, я сосредоточусь. Так и знал. Надо было тормозить. В отличие от дрифта из предыдущих частей, здесь сбрасывается только множитель при касании стены. Основное количество очков, которые вы увидите сверху посередине, оно не теряется. Учитывая, что я давно уже не дрифтил в карбоне, то, думаю, простительно. Все равно победа.
Получены карточки «Дрифтинг-новичок». Ты получил доступ подвеска класс 1 спортивный комплект. Так, квартал наш. Открылась трансмиссия класс 1 спортивный комплект. Ну, чтобы закрепить, нужно еще одну гонку пройти. Контрольная точка. Погнали. Напоминаю, это ссылка к Need for Speed Underground 1. Там есть подобный проезд. Пикап, извини. Как говорится, извини, подвинься. Сейчас заедем в одну срезку. Ух, пожарная. Упс. Это, кстати, машина автошколы зеленая. Что не говори, Палман Сити очень красивый город. Лично я себя очень уютно чувствую в карбоне. Приятная атмосфера ночного города. Столпотворение какое-то ночное было на перекрестке. Резко через завод. Финишная прямая. $7700 и получим доступ к кузовам набор 1. Далее я захватываю вот этот квартал. По-моему, это спринт по каньону. А, нет, ошибся. Прошу прощения. Сейл снова с нами. Давай срежем. Ты у меня мастер по срезкам, это твоя работа.
красивый шлейф за целым тянется. Блин. Зашибись, говорит, я же говорил. Его, кстати, в наушниках лучше понятно, чем когда через колонки слушаешь. Целых. Это-то я называю класс. Он тебя нашел. Не, что-то мы отстаем. Помнится обычную версию. Помнится обычную версию я проходил спокойно на стоковом комаре. Здесь почему-то испытывает трудности, может, просто давно не играл. Неплохо. Да не, листа. Я не понял, что он сказал, честно говоря. Соберемся. А я что, так сможешь? Ты уже это спрашивал, не смогу. Не блочь меня. Осторожно. Внимание, серия жалоб. Опа. Неосторожное вождение. Нарушитель двигался на юг. Патрулям в этом районе проверить. Аллея слева! Я тут рядом, подключайте меня! Эй, патрия, еще без меня! Да блин, что ты меня затормозил? Сейчас, ну вот. Так и так, скоро пол продавлю, блин. Он говорит, педаль в пол. Давай, отгоняй его. Все, уже мы впереди. Мы молодцы. Спасибо, Сэл. $10,200. Получен доступ к спойлерам набор 1. Вот. Команда соперников претендует на мою территорию. Бросила мне вызов. Команда Инферно. Твоя территория под угрозой. Если ты не начнешь гонку в ее защиту, она достанется противнику. Никогда. Принимаю вызов. То есть это одна из уже пройденных мной гонок, на которую претендуют соперники. Если мы откажемся от защиты, то она автоматически перейдет им.
Туннель справа. Спасибо, Сил. Он говорит, я в тебя верю. Напомню, он мой фанат, был на всех моих гонках, и теперь он в моей команде. Я представляю, как он счастлив. Как он за меня переживает. Победа. Вот-вот. Они нам заплатили $700 компенсации за то, что не смогли захватить, как говорится, нашу территорию. Получена карточка защитника. Ладно, позову. Сейчас я хочу вернуть Невилла, кстати. Вернее, он уже в моей команде, но хочется его активировать и с ним погонять. Ну а пока ребятам сделаю тюнинг. Так, трансмиссия самая лучшая для этого класса машин. Хотя не надо, пусть все на середине будет. Самая лучшая подвеска. Лучше, нет, предпоследняя закись, зато спортивный комплект. Лучшие шины. Тормоза пока закрыты. Нагнетатель тоже. Невилл тебе тоже. Но сначала активируем, чтоб не забыть. Видите, галочка? Это значит, что активный член команды. Он поедет с нами на гонке. Я планирую в этой серии полностью завоевать район Энджи, а дуэлиться мы с ней будем уже в следующей серии. Так, приступаем к истребителю. Если легавые стали слишком часто ловить тебя на улице, значит пора что-то с этим делать. Пока еще ни разу не ловил. Как я уже говорил, копы в карбоне отодвинуты на второй план, в отличие от Most Wanted. Я готов! Серьезно, я готов! Погнали, Невилл. С резком. Не давай же! Не можешь. Ладно, отдыхай. Смотри, как я подрежу этого копа! Этот тип слишком ловкий! Это не сработает! Ничего, в следующий раз получится. Двигайся дальше.
201 км в час. Неплохо. Классные барабаны, электричные всегда. Нужно подобраться. Не могу обойти меня. Так, молодец. Вперед, я им займусь. Сейчас вот этого заблокировал, который за мной едет. Здесь, смотрите, удобная срезка. Отдыхай, не справился. Давай, давай, вперед! Стараюсь. Последний радар. Зараза! Угу, вижу. Блин, проиграли. Почти, почти! В другой раз! Да нет, не в другой раз, давай еще рестарт. Походу, коллектор с Эдишена сложнее. Что-то я не помню, что я так часто рестарт раньше. На одном дыхании как-то проходил. Я все равно не буду Nissan Chevrolet прокачивать. Потому что я буду менять его. Ты второй! Добавь скорости! Вызов, неосторожное вождение. Нарушитель ехал на юг. Внимание патрулям. Отменить все второстепенные вызовы и следовать туда. Подробности на человека? Описания объекта пока нет. Ждите новой информации. По этому вызову у нас ничего нет. Совсем. Хотя, секунду, так, сейчас. Нет ничего, выслай информацию. Сейчас я просто лучше сосредоточен был. И у меня, как видите, лучше получается, соответственно. Ах, да, я же еще летсплей, думаю, не записывал с комментариями. Они же так как бы отвлекают от игрового процесса. Ничего. Вспомню, как было. Заблокируй, пожалуйста, того, который едет. Сейчас или никогда. Красиво. Блокируй. Я его немного притормажу. Что за... Молодец! Ему тебя не обогнать. Финиш, да. У нас получилось, наверное. Как легко, казалось. Всего не чешется. Я бы не сказал, что легко. Нормально. 10 200 долларов и запись... Ой, закись азота, класс 1, профессиональный комплект. Двигатель, класс 1, спортивный комплект. Первое убежище,
пока ты не начнешь гонку. Ну, сейчас уже начнем. Нужно закрепить портальчик. А, дрифтинг. Ладно, Невил, уезжай. Это гонка для меня одного. Опять же, дрифтинг по каньону. Хочется такой, знаете, очень длинное комбо 20х сделать. А волнуешься и не получается. Нет, да стенку заденешь, хотя бы чуть-чуть. Сохранил, хорошо. А, чёрт, ладно. Неплохо. Получена карточка «Дрифтер». Ты получил доступ, тормоза, класс 1, спортивный комплект. Карточка 100 тысяч. Награда. Заработай 100 тысяч на карьерных гонках. Но мы же пока в тюнинг не вкладываемся, поэтому деньги копятся. Так, и осталось пройти вот эти две гонки для того, чтобы Энджи вызвала нас на дуэль. Начнем с истребителя. Вижу машину Самсона, нашего будущего напарника. Ой, уже не терпится погоняться. Причем, обратите внимание, у него даже имя написано латинскими буквами сверху справа. Все обычные соперники русскими написаны. Кириллицей. А Самсон как будущий напарник. Но пока что... Спасибо, Нейл. Но пока что на стороне Энджи. Он написан английскими буквами. Осторожно, справа! О, так сразу. Вперед! Так, не забыть, тут срезка есть. Как показывал Сэл. Вот она, тоннель. Оу, пожарка. Сейчас бы чуть-чуть и влетели бы в нее. Нейл, не можешь? Молодец, доехал все-таки. Ударил все-таки ему. Ты должен, должен! Должен. Я это сделаю. Давай, давай, давай! Победа! Спасибо, что болеешь за меня. Конечно, мы все на автобусе приехали. Я обожаю эту фразу Невилла. Они бы еще на автобусе приехали. 7700. Класс 1, улучшенный комплект. Что там? Так, посмотрел.
А, тормоза. Тихо. Все, поехали, увидимся в убежище. Чем долбить-то взад? Так, ну вот, крайняя гонка в этом районе. Спринт. Нейл, ты работать-то будешь? Места много, времени завалить! Ой, промазал. Еще один ребят вперед! Он сказал, до финиша не доползешь, когда заблокировал соперника. Обожаю эту музыку. Да первый я. Ладно, не обращай внимания. Это, мне кажется, просто ошибка локализатора. Черт. Бывает, бывает. Давай, вперед. Да, гони к финишу. Молодец, заблокировал. Блин, в телефонные будки нежелательно врезаться, они очень тяжелые. Замедляют скорость, так неплохо. Но это не помешает мне выиграть. Я говорю, что за тобой. Что? До финиша еще не добрался. Карточка, уличный гонщик, четверть мили. Получен доступ, диски, набор один. Ну все, осталась дуэль с Энджи. Получен доступ к Форду Мустанг GT. Мне надоело глазеть на тебя. Нужен Кэмптон? Иди и возьми. Сделаешь меня в гонке по городу. Прокатимся до каньона. Хорошо, спасибо за приглашение, мисс Энни. Понадобились, зови. Давайте перейдем в убежище, поставим запчасти нашим напарникам и будем завершать серию. Как по мне, классно погоняли, хоть и были рестарты, но ничего. Как я говорил всегда и буду говорить, Let's Play это все равно сложнее, чем просто видеопрохождение без комментариев. Потому что отвлекаешься. О, сразу и улучшенный спортивный комплект тормозов открылись. Остался только нагнетатель закрыт. Нагнетатель откроется после победы над боссом. Следующая серия обещает быть интересной, потому что это интересно, потому что это будет дуэль с самой Энджи, с моим любимым персонажем. Так, сохраняем.
и завершаем серию. Спасибо большое, что вы меня смотрели. Если вам понравилось, поставьте лайк, прокомментируйте видео. Вы смотрели канал Игон Спенглер Classic Games. Берегите себя и своих близких и играйте только в хорошие игры. Всем пока и удачи!